Всем привет, друзья мои. Завершая мое путешествие по Южной Америке, я вернулся в первую страну, в которой я был больше года назад. 27 марта, год назад, я сюда прилетел. Так вот, мы находимся в Колумбии. И сегодня я хотел бы вам показать суперколумбийский отель. Точнее, колумбийский суперотель. Стоит $7. Пожарники заплатили. Значит, то есть для меня он обошелся бесплатно. Так, сейчас я посчитаю. Да, $7. Здесь есть телевизор, пульт, вентилятор, кровать практически двухспальная, огромная, москитная сетка, так, сломанный карниз, свет, значит, и умопомрачительный санузел, просто потрясающий. Ну, в общем, как на зоне, я бы так сказал. Смотрите, есть перегородка, душ без горячей воды. Ну, правда, вода не холодная абсолютно такая, комнатная. Так, и унитаз без сидушки. Вот так и живем, друзья мои. И так путешествуем. Даже дали один маленький кусочек мыла, запакованный. Значит, добро пожаловать в Колумбию. Розетка в самом неудобном месте под телевизором. А кровать стояла здесь. Поэтому мне пришлось ее перетолкнуть, чтобы заряжать телефон и пользоваться им. Вот такие вот дела, друзья мои. При этом это еще не все. Выключатель находится внизу. Выключатель света, так? Выключатель света, электричество, так? Света, освещение комнаты находится внизу. Еще по всей комнате есть еще такие очаровательные крючки. Наверное, которые заменяют мебель. Второй раз я в Колумбии, она не перестает меня удивлять, но здесь есть много добрых людей, в частности, пожарники меня разместили вчера здесь, помогли мне переночевать здесь даже бесплатно. Сегодня путешествие мое продолжается, впереди много интересного, подписываемся, сейчас я вам покажу улицу. Значит, город этот называется Эль-Дорадо или Ла-Дорадо. Здесь есть рядом порт и река, Сан-Мигель называется. И в этой реке есть много рыбы, которая также и называется. Так, вот мы видим сейчас маленькую церквушку в кадре. Здесь есть маленькая площадь центральная. Ну, не центральная, короче, маленькая площадь. Несколько баров, где очень громко звучит местная музыка. Так, асадеро панадерия ресторанте. Это значит жареное мясо на огне и... выпечка, так, хлебобулочные изделия, причем 3D, не просто ресторан, но еще и 3D ресторан, так, здесь очень жарко, население около 25 тысяч людей, всего-навсего, так, стоит машина полиции в тенечке, но это еще не самое интересное, то, что ночью здесь вот эта часть улицы, вот эта маленькая часть улицы, видите, стоит оранжевые конусы. Так вот эта часть была перекрыта ночью этими конусами, потому что слева находится полицейский участок вроде как. И они, опасаясь терактов, нападений и так далее, в целях своей же безопасности, представляете, значит, они перекрывают эту улицу, чтобы никто не ездил и их не беспокоил, ставят блокпост, да, и ложатся спать. Просто здесь в лесу, в джунглях и в горах, здесь есть много разных террористов, анархистов, оппозиционеров, которые с оружием бегают и оказывают сопротивление. Ну и, конечно же, сопровождают наркотрафик, осуществляют его. Простите, я только проснулся, у меня еще русский язык не включился. Голова еще не начала работать, надо идти пить кофе к пожарникам. Значит, здесь есть другой отель, как видите, тоже... Очень-очень роскошный, очень просто восхитительно люксовый. Две бабульки идут, прикрываются, одна листиком прикрывается, другая прикрывается какой-то папочкой, каким-то большим-большим листом. А сейчас я вам покажу другой номер, как он выглядит, другой номер. Вот смотрите, вот так роскошно выглядит номер, шикарно, с двумя кроватями.
Ну, даже поприличнее. Ну, поприкольнее. Больше места, по крайней мере. Недавно я был в Эквадоре. 4 ночи я там провел. 4 ночи я провел в Эквадоре. Чуть больше, чем я планировал. Очень приличная страна вообще. Очень безопасно. Скажем так, люди добрые, в принципе. Довольно достойно, так на уровне осуществляется порядок, и страна растет в сторону европейских каких-то ценностей. Мне очень понравилось. Правда, дороговато? Дороговато. 4 ночи, все 4 пришлось спать за деньги, но зато со скидкой. Значит, соответственно, 7, 6, 9 и даже 10 долларов я отдал за каждую ночевку в Эквадоре. Вот и считайте, сколько это получится. Я не буду этого делать, как-нибудь справитесь. Но до этого, пока я катался там, мне даже дали скидку. Вместо 38,5 долларов мне дали 20 цену. Цену в 20 долларов за лодку, на которой я проехал половину своего пути по Эквадору. Я проехал маленький кусочек, его со скидкой 50%. Так, там у нас тоже ресторан, все катаются на мотоциклах. Что тут еще интересного? В принципе, тут все понятно уже. Друзья, впереди много интересного. Не забывайте подписаться на этот канал, ставим лайки, жмем колокольчики. Делаем их черного цвета, делимся роликом с друзьями обязательно. И непременно пишем комментарии внизу. Непременно. И, конечно же, подписываемся. Подписываемся. Впереди очень много интересного. Обязательно это я вам обещаю. Здесь есть очень горячие девушки. Очень-очень горячие. Вот эмблема, видите, мужик стоит в каске. Это пожарники, мои друзья. Вот эмблема. А не эмблема, а как? Табличка. Так вот. Всем доброе утро. И хорошего времени суток. Друзья мои, горячий колумбийский привет. Целую, обнимаю, пусть будет мир.